Я считаю, что 90-летие свое район встречает на волне, на подъеме. Тут мы сегодня открыли сельскохозяйственное предприятие. Благоустраивается центр района. Буквально на днях будет сдан по программе формирования комфортной городской среды новый парк. Приходят частные инвестиции в сельскохозяйственную отрасль. А здесь земля благодатная, это всем хорошо известно. У нас очень хорошие субсидии государственные на строительство таких объектов. Сделан еще один шаг для обеспечения жителей Нижегородской области хорошим качественным продуктом, молоком. Для того, чтобы полностью обеспечить себя молоком, нам нужно прибавить порядка 150 тысяч тонн в производстве. И вот только такие комплексы позволят нам решить эту важную задачу.